Очень просто. Станция метро Данубы. Это центр. От вокзала, если вы приехали, допустим, ну, вернее, от аэропорта, если вы приехали в аэропорт, вы добираетесь до вокзала и где-то минут 5 до этого места. То есть, фактически, можно за один день утром приехать и сразу же в обед сюда, здесь оказаться и подать в убежище. Как я говорил, офис открывается в 10:30 утра. Сейчас время 8. Попасть сюда, к сожалению, у нас не получится. Вон они комнаты, кабинеты. То есть здесь сидит сотрудник Asylum, и здесь мы подаем ему убежище. Хорошо, если вы приехали налегке, вас, в принципе, могут здесь обеспечить всем. Сейчас мы были в офисе ассоциации French Terror Asylum. Это то место, где вы можете спокойно проконсультироваться по любым вопросам, связанным с Asylum статусом. Если хотите видеть каждое утро, каждый день, каждый вечер эту красавицу, конечно же, вам нужно эмигрировать сюда, во Францию, в Париж. Программы убежища работают и здесь. Никакой разницы нет, где вы будете подавать на убежище, в США, в Нью-Йорке, либо здесь. Процедура, в принципе, одинакова. Успех зависит от количества эпизодов, успех зависит от наличия определенных факторов. В принципе, здесь много всяких разных организаций, которые так или иначе связаны с беженцем, с беженцами, с теми, кто запросил статус Asylum. Ну, например, адреса, да, где можно получить финансовую помощь. 18 август перед. Туда приезжаете к 12 часам, несколько часов проведете там, получите финансовую помощь, платят ежемесячно. Итак, есть офис медицинской помощи иммигрантам, находится офис на General Bessetry 78. Хотите бесплатно поесть? Это площадь Лазара, это центр. Если взять русскоговорящие ассоциации, площадь Кличи, сегодня мы там были. Если говорить про раздачу бесплатной одежды, это будет новая одежда. Площадь Петард 4, можно приехать туда. Есть телефон, можно позвонить и даже пообщаться на вашем языке, там есть переводчики. Такого отношения к иммигрантам и организации быта, досуга и социальной поддержки я вообще нигде не встречал. Это даже не США, да, где ты там получил и начинаешь уже крутиться сам. Здесь тебе везде помогут. Есть телефоны, есть адреса, можно позвонить, есть возможность даже психологической поддержки иммигрантов, которые приехали сюда. В общем, классное место, мне нравится, да, что здесь такое отношение к иммигрантам, и если вы сюда запланировали переехать, ну, это очень даже неплохой выбор.